Для того, чтобы посмотреть, а начали ли вы мыслить в ту сторону, в которую я вас толкал? А толкал я вас в ту сторону, где мысль-то моя звучала очень просто. Ценность бизнеса определяется самым редким ресурсом. Я нифига вам не сказал, какой из этих ресурсов у этих бизнесов более редкий. Но я вам сказал, что для среднего и малого бизнеса, не для крупного, чаще всего это клиент. Здесь же я не сказал, какой это бизнес, крупный или нет. То есть нет правильного ответа на этот вопрос до тех пор, пока нет ответа на то, какой из этих ресурсов является более редким. У меня есть, например, пример в крупном бизнесе. Если это, а это оттуда инфляционно, если это производство электроники, то вот этот вариант предпочтительнее. Это Huawei и Apple на состояние 2008 год. Почему вот это предпочтительнее в электронике? Это огромный бизнес. И там ситуация как с железной дорогой. Если ты построил одну большую железную дорогу, никто вторую строить не будет, это невыгодно. Они построили, Huawei построил в Китае огромную площадь. Вы знаете, что у них самое мощное, самое огромное в мире большое производство, по мощности выпуска электроники, электронных там устройств, чипов и всего остального. Это означает, что взяв 50% мощности, они как бы захлопнули рынок.